Всем привет, Subaru Impreza 2.0 AVD Active, 156 лошадиных сил, разгон до сотни за 9.8, максималка 205 км в час, и цена машины 25 990 евро. Тоже, видите, кузов хэтч. Давайте смотреть. Симпатичная морда, линзованная оптика. Тоже много хрома. Резина Bridgestone 205/50 R17, пластиковая защита, повторители поворотов в зеркалах. Здесь, как видите, все легко убрать, почистить, красота. Снизу идет хромированная окантовка стекол, антенна кулиплавник. Что здесь? Тут уже все мягким отделано, отлично. Дисковые тормоза. Спойлер. Давайте посмотрим. Слышите разговор? Народ покупает субарики, все хорошо. Прямо скажем, небольшой багажник, ну для хэтча нормальный. Крючки есть, да, все по уму. Подсветка, шторка. Так, все это работает. Что тут? Ну, здесь тоже, видите, ремкомплект. Запаски нет. Ну, это уже стандартно для Европы. Тут все в пластике, отлично, чистенько все будет, легко моется. Закрываем. Так. Тут здесь ручка. И тоже, видите, вся дверь практически полностью зашита пластиком. Хорошо, металла голого нет. Отлично, слушаем. Класс, техника все закрылась. Subaru AVD. Давайте посмотрим, что у нас снизу. Ну вот эти фонари задние, они немного, как мне кажется, портят вид. А так, довольно-таки симпатичный задок. Идем дальше. Тоже все классно нарисовано, гармонично, ничего лишнего. Прямо вот все идеально. Форма. Ну как по мне, так мне все нравится. Здорово все нарисовано. Красиво. Все эти изгибы линий. И так далее. Ну давайте присядем в салон. Посмотрим, что там предлагает. Легкая дверь почему-то. Дверная карта, прямо скажем, на любителя, как-то тут все мягко-мягко, и тут как-то вот это все в кучу собрано, не очень мне нравится, если честно. Ставка да-то под карбон для чего-то. Все электростеклоподъемники, водители его пассажира авто, блокировка стекол, замков, электрорегулировки зеркал, еще они складываемые. Так, динамик, здесь бутылка встанет, наверное, только 0,5.
Ну и тут у нас ничего нету. Ручные регулировки по высоте угла наклона спинки. Давайте отодвинем. Хороший материал, такой износостойкий. Давайте присядем. И у нас вот такой вид открывается. Самолет. Тут все мягким отделано. Класс. С проставочкой, белыми нитками. Тут тоже все четко ходит. Не подкопаешься. Да, отлично. Еще динамики. Ну тут куча кнопок, отключение ESP, яркость подсветки, датчики дальних шинок, еще и заглушки стоят. Вот такая приборка. Руль в коже, куча кнопок, ну мультируль, упоры для ваших пальцев, подрулевые лепестки, все это понятно. Ну тут как-то, наверное, на свету она или что, вот мне, или пластик что-то другой, вот как-то здесь посимпатичнее этот пятачок. Тут еще тоже, видите, под рулем еще куча кнопок, вставка под металл. Ну такой довольно-таки небольшой руль, все хорошо. Давайте проверим. Да, большие ходы регулировок по высоте и по вылету. Замечательно. Что тут? Видите, такой большой экран. Вот козырек. Там тоже экран, походу, там часы, аэрбэги светятся и так далее. Тут все мягким отделано, отлично. И так еще воздуховоды. Они ходят вверх-вниз, вбок, хорошо. Замок зажигания. Так, розетка. Два гнезда USB и AUX. Здесь все прорезинено. Хорошо, даже корень тут специальный. Такая стильная ручка. Электронный ручник. Подогрева сидений. Тут уже стандартная, видите, два подстаканника. Если не нужно, то можно убрать. У вас будет такая большая ниша. Все вот так ставится. Тут тоже что-то можно еще положить. Большой кожаный подлокотник. Да, хорошо, давайте посмотрим. Видите, здесь для зарядки гаджетов, видео до USB. И еще есть одна розеточка. Все хорошо. Ну тут, видите, ничем не отделан, будет бренчать. Закрываем. Здесь все классно, тут тоже все отлично, ремни по высоте регулируются, здесь есть микролифт, да, отлично, тут подсветка стандартная вся, вот это, конечно, тихий ужас, что это такое, во-первых, какой-то пластик мутный, ну я не знаю, вот это так удешевляет машину, вот это вот черные вставки, для чего они, ну уже сделали бы светлые. Мне, честно говоря, непонятно, почему так, такое решение. Ну что, в общем и целом нормально. Давайте сейчас мы пододвинем сидушку под себя, подстроим. Да, вот так бы я поехал. Давайте посмотрим бардачок, микролиф. Да, он большой и, к сожалению, ничем не обшит, будет все бренчать. Тут японцы сэкономили. Идемте назад. Сейчас я спинку чуть-чуть повыше поставлю. Вот так, да. Нет, чуть пониже. Вот так. Идемте назад. Дверь легкая, тут она хлопает. Шумно закрывается. Давайте посмотрим, что тут. Здесь мягкое, здесь уже верх твердый. Давайте присядем. Место просто навалом. Раз, два, три ладошки. Отлично.
Здесь нам ничего не предлагают, ни розетки, ничего. Кармашка нет, только вот здесь, в пассажирском сидении. Три подголовника. И тут что? Вот такой вот матерчатый подлокотник. Высота нормальная, да, хорошо. Позвоночник ровный. Отлично. Закрываем. Единственное, опять что, видите, свет почему-то вот тут, а не над задним рядом. Вешалка. Отлично. Угол наклона сидушки хороший. И сиденье тоже широкий. Все хорошо. Так, здесь. Ну, вот тут они чуть-чуть пожалели. Видите, можно было прямо сделать. Не сэкономили. Я сижу, в общем, нормально. Вот на своем именно месте. И уже практически вот все. Человек более высокий и более широкий. У него же тут нога будет вообще висеть плохо. Ну, собственно, вот так. Все, давайте еще раз посмотрим переднюю панель. Вот такой вид. Выходим. Вот такая Subaru Impreza Hatch. Ну, такой симпатичный автомобильчик, прямо скажем, где-то местами может простоватый, но еще раз, 156 лошадиных сил, полный привод, вполне, и цена машины 25 990 евро. Как всегда, пишите, комментируйте. Все, всем пока, счастливо.